мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиане праздник Федосеев день. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника, преподобного Михаила Хлопского Новгородского, преподобного Феодосия Антиохийского, священномученика Николая Мацеевского, Федора Антипина и Владимира Кочина Пресвитеров, исповедника Владимира Кираска Пресвитера и другие православные святые имена, которые вспоминают этот день. Сегодня также празднуется икона Божией Матери Елецкая. Поздравляем всех праздников, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память у светлой мир иной. Коварный лукавый смущает.